Вот такая вышла у меня толстая книга. То есть три книги, все с оригинальным названием «Песни». «Песни 1», «Песни 2» и «Песни 3». Конечно, Владимир Макеев, художник, он своими рисунками придает какой-то особый философский смысл моим песням. Такой смысл, которого даже и нет там. Поэтому я с удовольствием смотрел картинки и переосмысливал свои песни. Оказывается, можно и вот так вот. Мы вернемся вот к этому альбому, на который мы потратили год. Там, конечно, на записи все звучит гораздо лучше, но не могу не спеть вам песню, например, которая посвящается Марку Шагалу. Музыку написал Виктор Семенович Берковский, слова Роберта Рождественского. Свое одиночество ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса, а вы не из Витебска? Пиджак. Нет, я просто забыл вам сказать, что 23 мая будет презентация этой книги. И вот думаю об этом, поэтому я сейчас освободился от этого. А песню начну сначала. Приходите в Московский дом книги, чтобы отметить выход этого трехтомника. Там еще и буфет работает. В общем. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса, а вы не из Витебска? Пиджак старомодный, на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни кан, ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растерянно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот витебский его, пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там смерти и свадьбы, моления, ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катится. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку.
темнеет.